Вот такие мне сегодня посылки. Три. Начну с маленькой. Ну, я тут знаю, это чехол для телефона Redmi. Чего там? Xiaomi Redmi 6A. Ссылка на его распаковку будет в описании. Не в описании, а в подсказках. Так, вот такой. Я такой же себе заказывал. Запаха. Ну, запах присутствует, но довольно-таки нежный. Такой приятный на ощупь. Но стоит он недешево. Стоил он 460 рублей. Так. На ощупь очень приятный. Здесь для карточек разъем и здесь на денег может. Сейчас я возьму телефон. Да, он как раз пришел. Я не ожидал, что и чехол придет так рано. Так. Угу. Он универсальный. То есть здесь для отпечатка пальца, здесь нет. Тут так, так, ну-ка. Тут может даже и кожа настоящая. Ну вот. О, кстати. Тут такой значок какой-то интересный. Я немножко по-другому. У меня где-то распаковка есть, если я ее заливал сюда. Ну ладно, такая посылка, приступим к следующей. Тут лампу заказывал за 900 рублей. До этого у меня как-то год назад я заказывал лампу, светодиодную настольную лампу, где-то как раз 1 сентября. Год она проработала просто замечательно, очень ярко светила. Но это с другого магазина, я вообще другого формата. После были скидки, я решил взять старую лампу, потому что дети у меня ее отбирают для своих уроков. А в темноте, так, что мы имеем? Ну, помятую коробку. Но это не важно, так как она идет мне в подарок. Тут, кстати, вот чехол для телефона был очень хорошо упакован. Итак, вот такая вот лампочка. Гибкая. Ага, она еще и USB. Угу. Ладно, сейчас найду что-нибудь. Так, светит она довольно ярко. Один режим. Так, включите, выключите больше. Никаких вот прибамбасов нет. Вот здесь в подсказках будет ссылка на другую лампу. Она мне больше нравится. Ну, это себе поставлю. И рядом со столом будет стоять мне освещать. Кстати, она... Ну так, она довольно прикольная, но один режим. В принципе. Иногда... Хочется использовать в качестве ночника. Но тут он работает как ночник. Ну, только в большом режиме. Яркая, конечно, она. Но ссылку я в описании дам. Тут еще у нее такой... Ну, типа зажима, что ли. Можно даже что-нибудь ложить. Не знаю, зачем. И закреплять. Может, книжку, не знаю, придумали. Может, тетрадку, чтобы она... крепче лежал. Или может рисовать. Там альбомный лист закрепляешь сюда и рисуешь. Может для этого. Инструкции. Просто указано, что она здесь разбирается. Вот написано по-английски. Ладно, приступаем к третьей посылке. К моей долгожданной. Это кроссовки. Кроссовки Бона. Такие они китайские. Очень популярные, насколько я понял, из одного обзора. Покупал их за 1000
800. Их несколько распакую. Они, сразу скажу, без коробки, просто в целлофане. Говорят, тут еще стельки должны быть ортопедические. А нет, вот у них такой вот штуковине. Как некоторые называют, китайский воздух. Ну да, отлично запакованы. Я думал, что они как обычно. О, даже в виде коробочки. Для мусора. Итак, что мы имеем? Тут у нас визитка. Созданы в 95-м году. Сканировать тут. Вот они. Так, ладно. Вот такие кроссовки. На ощупь они очень приятные. Немножко запах шов есть. Тут бумага, это ладно. Так, что мы имеем внутри? Так, надеюсь, мне мой размер. Вот. Бона. Так говоря, я думал, они будут пообъемнее. Ну, для бега я, в принципе, брал. Коллекция. Боновская. Так. А, вам скажите. 41 размер, стелька, да. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Вот такая стелька. Бона Спорт. Спортивные ботинки. Бона, 41 размер. Это еще какие-то цифры. Да, стельку вложили. Хотя я не представляю, как тут было. А, нет, тут еще бумага лежит. Как тут можно было вообще без стельки? Ладно. Так. Так, такие они. На вид они, мне кажется, как 39. Да, в принципе, китайские маломерки. Не, все идет. Вот, померил. Сидят отлично на мне. Мой размер 41 китайский. Так, завтра я их как раз испытаю время пробежки. Что еще хочу сказать немножко об этих кроссовках. Здесь такая ткань. Ну, видно, что они дышащие, пропускают воздух. Маркировка их сделано очень отлично. Подошва плотная, но, видимо, качественно склеена. Стельку я показывал, стелька нормальная. Здесь еще это. Такая плотная. Я думаю, на пару сезонов хватит, даже больше. Вот такие у меня были сегодня посылки. Надеюсь, в ближайшее будущее еще что-нибудь поступит. Я там заказывал по мелочам. Они не скоро придут. Буду снимать природу. Уже пора выходить в лес. Ну и выкладывать наши мурманские красоты.